Весенние каникулы в Доме культуры «Буревестник» ежедневно открыта игротека, а также для школьников здесь проводят тематические беседы, мастер-классы и различные тренинги. В дни школьных каникул у нас работают все педагоги, то есть работают клубные формирования по графику работы. Плюс мы делаем дополнительное для детишек, проводим мастер-классы, работает у нас ежедневная игротека. Так, например, в один из дней ребята посетили тематическую беседу под названием «Говорить правильно и красиво». Занятие проходило в виде тренинга. Школьники в игровой форме занимались актерским мастерством и сценической речью. Два героя было. Первый был крокодил, а второй не знаю кто. И крокодил танцевал, а кто-то другой стоял. Оксана Полякова ведет в Доме культуры «Буревестник» актерский кружок. И не понаслышке знает, что ее занятия помогают раскрепостить детей, познать себя и, конечно, научиться говорить четко и красиво. Чуточку раскрепостить их, да? Научить чуть-чуть быть выразительными, может быть, обратить внимание на какую-то речь. Не просто, знаете, поиграть. Всегда есть там какая-то подоплека такая тайная, да? Чтобы они сконцентрировали внимание на чем-то конкретном, на речи, на внимании, да, на партнере. Ребят было совсем немного, и педагог смогла уделить каждому достаточно внимания. По ее словам, этот тренинг как профориентация, и возможно, что после такого занятия кто-то из пришедших всерьез задумается о профессии артиста. У меня улучшилась речь, потом еще улучшилась память. Я бы хотела очень сильно прийти еще на такие тренинги. Конечно, такие тренинги будут проводиться и впредь, и все желающие смогут прийти и научиться чему-то полезному и нужному. Каникулы продолжаются, и впереди школьников ждут новые интересные мастер-классы, беседы и игры. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.